1 сентября, первый день осени. Мы снова у Шарика вместе с ураганом зашли. Посмотрим, что сегодня будет. Главное, кость сейчас усыпил. Ну вот, шерсть дыбом у него. Пошел. О, как зубы. Заходи в кость. Ну, нельзя трогать. Это у него свое. Законная. Давай. Так. Сейчас я ему дам этому шарику. Подожди-ка. Шарику. Это шариковая порция. Дедовщину устроил тут мне. Ну-ка. На, шарик. Иди. Две кости взял. Поволок. Все, вот это. Особенно здесь он. Все. Нету. А было две или три там? Две. Вот он их сейчас ест. Дальше он, наверное, к кости-то сунулся. Шарик мгновенно его укусил, видно, за морду. Ой, он как начал... Просто меня чуть не свалил. Ну, я между ними разговор такой представляю. Ты знаешь, кого ты укусил-то? Я чемпион страны. А ты? Кто тебя знает, ты беспризорная шмакодявка. Ну еще если где-то пониже, да была бы сучка, сказал бы, мандавошка такая. На цепи просидел всю жизнь. Что такое свобода, не знаешь? Ты людей не видал, ни собак. Это я за него примеры как. Этот рассвирепел невозможно, не могу вести. Вот видишь, что ест. Провести мимо его сейчас нельзя даже никак. Ну все, все. Тут, видишь, цепь он может кинуть и откусить ему ногу. Вот она. Бери. Подожди. Все. Раз я его пнул, он теперь его возьмет. У него такой порядок. Вон он отложил, чтобы тот не достал. Вот так. Ну. Нельзя. Это его кость, все равно. Ну бери. Бери. Это опасаюсь. Все. А тот давится. Да не спеши, никто не отберет. Ну ты. А вещи ножки сварили ему, расколотили. Ну это что тут? Это-то кость тебе еще даст. Ну, ухватила. Как собака, говорит, на сене. Ни сама не ям, и другим не дам. О. Смотри, шарика не трожь. Шарика дети любят. С ним можно бегать, играть, купаться. А с тобой нельзя. Ты большой, сразу повалишь. Вот он держится. О-о-о. А тот успевает обгладывать, главное, кость. Ну, дальше до того интересно было. Он подошел, друг друга понюхали, я их приучил уже. Никак. Нет, брат, сколько ни дружи, а табачок врозь. Дружба, дружба. О, давай ее обгладывать. Ну. Но, видать, эти кости даже ему, это гиена, та бы съела сразу. А этот еще что-то стариковскими зубами много нужны уже. Тебе как огурцы, я на терке тру, так тебе, шарик. Ничего не бывало. Гляди. Еще покажем молодым. А тот старается. Он тоже не молодой. Но эти собачки маленькие, они живут дольше.
еще как глянул. А сам в каком напряжении там. И вот его сейчас зацепь, если оттянуть туда от этих, а он чтобы взял, вот попробуй. Возьми сам его оттяни, а этот подойдет к его, вон туда его, за цепочку. Подальше туда, отведи. Теперь дай ему посмотреть, сюда. Как зубы. Все, утащил. Все, отпускай. Нету. Нету, нету. Как он ищет, ты гляди. Ой-ой-ой. Все гобелены запачкал. Этот ест. Он на меня не обращает внимания. Вот как за свое я. Вот тебе и революция, а то граб награбленная. Шарик, граб награбленная. Ленинский принцип отнятия. И греха никакого не будет тебя, Шарик. Как Гитлер говорил, если, говорит, отнято у нас, я теперь возвращаю. Да что я, вор какой? Это то же самое. Все. Шарик, иди ты теперь, иди сюда от него, чтобы он к тебе не шел. Топ. Нету. А этот утащил с собой. Да? Поднялся, поднялся. Но. А глаза-то у него какие. Обманули. А за что? Увели меня. Придется принести ему новый. Сейчас пойдем. Ну, Шарик, не обижайся. Ох, как он на него. Да, ну увидал, что рядом. Ну-ка. О, тот пошел месить все. Сейчас, что еще не замечено у него? Все. Еще больше нету. Косточки съели. Ну. Но за эту кость он бороться не будет. Это уже инфляция. Это смена курса. Отработанная. Все. Дореформенная. Пошли мы дальше. Ой, придется еще косточки мне дать. Он отнял у него, съел. Да не отнял, а мы сами ее отняли. Пойдем на гусей глянем. Как гуси сейчас реагировать стали. Давай. О! О! Ну-ка. А куда гуси-то делись? Сейчас только были здесь. Утренний акцион. Прогулка. Если гуси здесь, в проволке, то мы подойдем к ним. Гуси сейчас стали намного смелее. Они прямо гоняются за людьми. Знают, что они их колоть будут. Колоть — это не укалывать, это означает голову отрубать. Гуси у нее там перед домом видели. Да. Да? Да, вот там. Ну давай здесь выйдем, может быть. Теги, теги, теги. Теги, 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 теги. Они могут подойти. Теги, теги, теги. Где они, теги? Ну-ка. Теги, теги, теги. Ну-ка, идите сюда. Га-га-га-га-га-га-га. Теги, 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 теги. Не пойдут. Вот Леша уже три окна вставил, покажи. Вот с этой стороны два. Видишь как? Помаленьку делает. Картину меняет. О, гуси-то как выстроились, и красиво как. Все,
Все, мы пошли. Пошли. Что на этом? Слава Христу.